Шеф-повар Максим Григорьев. Вареники с картошкой в мультиварке. Вареники с картошкой – очень распространенное блюдо, и мало кто откажется ими полакомиться. Готовят вареники по-разному, используя разнообразное тесто. Предлагаю приготовить вареники с картошкой в мультиварке, на пару. Тесто для таких вареников я приготовила на молоке, но чаще его готовят просто на воде. Картофель для начинки отварить заранее, размять и добавить специи по вкусу. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Картофель 6 штук. Лавровый лист 2 штуки. Лук репчатый 3 штуки. Масло подсолнечное нерафинированное 40 мл. Молоко 150 мл. Мука пшеничная 2 ст. Перец черный горошком 5 штук. Перец черный молотый 1 щепотка. Соль 2 чайные ложки. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для приготовления теста нам потребуется мука, молоко, яйца и соль. Репчатый лук использовать для зажарки. Начинку из картофеля приготовить заранее по своему вкусу. Шаг 2. В глубокую миску просеять муку с солью, вбить яйцо и начать размешивать. Шаг 3. Теплое молоко ввести в тесто и продолжить замешивать. Шаг 4. Вымесить тесто до мягкого колобка и оставить на 15 минут отлежаться. Шаг 5. Через 15 минут тесто готово к лепке вареников. Шаг 6. От теста отрезать небольшие куски и скалкой раскатать в тонкий пласт. Поверхность, на которой раскатываете тесто, обязательно присыпать мукой. Шаг 7. Стаканом или любой круглой формой вырезать из теста заготовки для вареников. Шаг 8. Заготовки из теста наполнить начинкой из картошки. Начинки класть побольше. Шаг 9. Края вареников плотно залепить, для красоты можно краешек завернуть волной. Шаг 10. Корзину для приготовления на пару смазать каплей растительного масла и выложить вареники, чуть на расстоянии друг от друга. В чашу мультиварки налить 1 литр воды. Добавить в воду лавровый лист и перец горошком. Готовить вареники при закрытой крышке мультиварки в режиме суп, пароварка 20 минут. Шаг 11. Готовые вареники выложить в миску, заложить новую порцию сырых вареников и продолжить приготовление. Шаг 12. Репчатый лук почистить, нарезать мелко. Шаг 13. Нарезанный лук обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета. Шаг 14. Готовые вареники с картошкой перемешать с репчатым луком, с маслом, на котором он жарился. Подавать теплыми со сметаной. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.